Любое столкновение лежит и так корчится, думаешь, ёлки. Нам вот было стыдно. Ударил больно страшно. Я помню, на Олимпиаде в Лужниках. И мне так немец заехал, бедро забил. Думаю, ну замениться надо. Ну не могу меняться, как 100 тысяч на трибунах. И я вот с этой ногой все-таки играл, не показал, не корежился. Здесь вообще любое прикосновение. Как с этим бороться, расскажи. Ты, может быть, знаешь, я не знаю. Любое столкновение, ну такая гримаса. Думаешь, ну сразу надо реанимацию вызывать и операцию срочно человеку делать. Прямо? Первые это югославы начали, вот, на моей памяти, когда я играл. Они вот эту придумали мульку, начали лежать и корчиться. Но мы ее не подхватили, и советские футболисты. Нет, у нас этого не было. Нам стыдно было лежать и корчиться. Это значит, ты слабый, мужик лежит на виду у всех. Там смотрит девушка, жена, может быть, дочка. Кто-то смотрит, ну стыдно же корчиться.